В Абакане женщина без прав устроила погоню с сотрудниками ГИБДД, врезалась в стадо коров, которое переходило дорогу. От удара 4 буренки погибли на месте, а машина улетела в кювет и несколько раз перевернулась. В ней сидела не только женщина, но и ее 15-летняя дочь. Обеих госпитализировали. Виновница ДТП, предположительно, была пьяная. Погоня началась из-за того, что женщина не остановилась по требованию инспекторов, а только прибавила газу. Во время гонок она нарушила чуть ли не все всевозможные правила, выехала на встречную, игнорировала красный свет, превышала скорость. На нее составили целую пачку административных протоколов. Также женщину привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.